Смерть не помешает депутатам городского совета быть патриотами. На заседании комитета по ЖКХ и транспорту обсудили паспортизацию могил, причем электронную. По самым скромным подсчетам, чтобы сформировать реестр могил, необходимо около 75 миллионов рублей. Согласно проекту, данные должны формироваться с помощью системы глобального позиционирования или GPS. Однако некоторые депутаты выступили против разработки, которая изначально была создана и внедрена Министерством обороны США. Я вот, допустим, не хотел бы, чтобы координаты моего будущего захоронения хранились на американских серверах. У нас же есть своя отечественная разработка. Надо и опираться на отечественную разработку, а не фотографировать GPS-навигаторы, которые нам присылают оттуда. Я предполагаю, что вы будете капризным усопшим. Конечно.